Всем привет! Вы на канале Энка и Детки. Я рада вас видеть. Давно не снимала влоги. Сегодня мы поедем на дачу. Я немножечко поснимаю то, что получится. Сегодня морозно. На улице минус, кажется, 7. Как показать? Вот ясное небо в Питере. Ясное небо в Питере. Тебя поснимаю. Это значит, что мороз. Конец марта. У Дани тоже... Селфи-палка, покажи, как ты снимаешь себя с селфи-палки. Поздоровайся. Всем привет! И у нас, значит, сейчас выходят опять короткие видео. Я осваиваю приложение Movavi и пытаюсь накладывать звук на кулинарные свои видео. Подумываю, на самом деле, открыть новый канал, где будет или только расхламление, или только... готовка, что-то такое, вот такие у меня мысли. Сейчас пока что я не знаю, что из этого получится. Вот, а сегодняшний день мы потратим на природу и на то, чтобы немножечко нам на даче убрать. А то мы ездим, совсем по чуть-чуть убираем, а в основном гуляем там на велосипедах. Так что сегодня у меня будет расхламление на даче и... прогулки на свежем воздухе. Последнее время мы гуляем так много, что, если честно, мне каждый вечер страшно, что мы все просто заболеем. Данечка, не толкай, пожалуйста, Викусю. И мы гуляем аж по 4 часа с небольшими перерывчиками. Данечка, что ты творишь? Вот объясни мне, что это такое? Я тут закрыться. Тут закрыться? Да, вот к вопросу об уборке. Мы по-прежнему наводим порядок перед тем, как выйти из дома. Все поверхности у нас чистые, то есть мотивация на уборку срабатывает, на меня тоже распространяется. Ой, сейчас кто-то пальцы прищемит у меня. Кто-то у меня сейчас пальцы прищемит. Данечка, прекрати, ты старше. Аккуратно, аккуратно. Еще ведь и отпустить страшно, а то без пальцев Вика останется. Давайте вместе отойдем от двери. Будем мы собираться, выходить и ехать по трассе. Все-таки прижал ее как-то. Вика, вставай, зайка. Вставай. Собираемся. Собираемся. Всем приятного просмотра. Ай-яй-яй, Данечка. Осталось дать пару указаний старшему сыну, что покушать. О, боже, какое счастье. Смотрите, я осталась на полсекунды одна. А, полсекунды закончилась. Дверь открылась. Еще секунда тишины. Я допиваю и убегаю. Молодец. А Викуся зря сюда. Открывай дверь, сестре. Даня, дверь держи. Даня. Не знаю, ты уже нажал. Даня нажал в этот раз, в следующий раз ты. Какой лифт едет? Ну, побежали к нему. Это был правый. Так медленно входили, что уже двери закрылись. Вот, хочу похвастаться своим костюмчиком. Наша дача в 30 минутах езды от города. Цены просто потрясающие. Костюмчик за 1500. Круто. У него есть еще костюмчик. Похвасталась. Хороший у мамы костюмчик. Давай. Сейчас уже приедем, некогда валяться. Всего 26 этажей. Не так уж и много. Да. Выходим вперед меня, потом выхожу я.
Аня, не держи. Выходи скорее. Молодцы все. Я, потому что она супер тяжелая. Может, кому-то не интересно, как мы проходим наши 5 дверей, но это целое препятствие. Это мы сейчас даже неплохо так идем. Типа повзросли. Не трогай никакие пакеты, Даня. Не трогай пакеты. Мама туда не идет. Я вас тут встречаю. Ай-яй-яй. Что за крики? Вы едете со мной? Спасибо. А застегнуться мы не хотим? Второй день выходишь не застегнутый. Все замерзло, снег растаял. Появился лед, Вика. На лужах лед, пошли посмотришь. Главное не забыть мусор. Вот что я хотела рассказать. Где наша машина? Вспоминаем. А, машина-то далеко. Вчера съездила с детьми в Мегу, чтобы вывести мусор разделенный. А до чего мы допререкались в машине? Со мной, не со мной? Выбрасываем, не выбрасываем? Мандаринка или конфетка? Тишина или шум? Короче говоря, я сняла подробнейшее видео про то, какие маркировки на контейнерах, и забыла выкинуть мусор. Целый багажник мусора приехал обратно, и я даже о нем не вспомнила. Давай все-таки застегнемся, Даня. И сейчас мы снова пойдем в Мегу. Это по пути. Мега Парнас от нашего дома до дачи как раз попадается. И наконец-то я выброшу мусор. Итак, идем ко мне застегиваться. И едем. Отвлекли звонком, но я все-таки пытаюсь сосредоточиться и разобраться. Сейчас я, собственно говоря, хочу спросить про вот такие вот крысочки. Вы мне не напомните, крысочки, куда девать пластмассовые? Там есть кто-нибудь? А, есть. А вот такие пластмассовые крышечки? А это двойка. В двойку это что, твердый пластик? Или? Твердый пластик, да. Вот, конечно. То есть все-таки мы стараемся снимать их, да? Ну нет, ну как бы это не просто обязательно. Просто тут написано, что не обязательно. Не это, обязательно. Да. Так это же пластмасса твердая, а бутылка, например, пластиковая. Они отделяются на процессе переработки. Да? Отделяются. И, от, и вот эти... 100% снимать никто не будет. Да? И от тетрапаков можно тоже? Ну, не снимать, но как бы, если хотите, это быстрее попадет в переработку. То есть их кто-то все равно снимает? Кто-то снимает, конечно. Кто-то потом на производстве снимает? Нет. Нет. На производстве отделяется при помощи воды. Ага. Ну просто 100% никто никогда не будет снимать. Ну то есть желательно снимать. Желательно снимать, желательно. Она быстрее попадает. Я сейчас записываю то, что вы говорите, да. Чтобы люди, потому что спрашивают, на самом деле снимать будет? То есть быстрее все-таки снимают. Желательно, но не обязательно.
желательно, но не обязательно. Спасибо. Так, понесла в твердый пластик. Не двойка. Значит так, еще раз, вот эти крышечки, твердый пластик в двойку. Вот они на производстве, они отделятся с помощью воды, но желательно, чтобы они были отделены заранее, тогда они быстрее попадут в переработку. Так мне сказал наконец-то человек. Так, а вот тут у меня железная попалась. Ладно, про мусор достаточно. Кому интересно, спрашивайте в комментариях. Ура, я все выгрузила. Итак, еще раз в тишине в полной говорю, что по поводу отделять крышечки от тетрапаков или не отделять. Крышечки отделять нужно. Это очень желательно. Таким образом быстрее попадут в переработку пластмассовые крышечки. Но если вы их не отделите, они тоже все равно на производстве будут разделяться. То есть уже на желание каждого. Все, поехали, да? Поехали. Итак, что нас тут ждет? Немножко все подмерзло, мои кучки. Вот мои кучки, которые я сгребла, когда мы тут в здание враж вошли прямо. Да, тут у меня все выметено уже. Вот здесь еще какие-то завалы. Сейчас мы все это разберем. Я вот здесь вот немножко переделываю. И ежик не пришел, еще холодно ежику, еще зима. Ежик еще где-то спит в норке. И еще вот тут у меня гора, которую надо собрать в мешок и выкинуть. Не знаю, получится за один раз или нет. Это все очень тяжело. Здесь я планирую что-то переделать. Может быть, у нас тут будет песочница. Не могу решить. И вот такая еще гора. Не знаю, видно, что это гора или не видно. В общем, это надо вывести. Вот такой у нас объем работ, да, Даня? Пошли на солнышко. Даня спал в машине и теперь не может никак очухаться, да? Пока что наша импровизированная песочница находится тут. Так, в принципе, уже у меня все почище, чем было. Вот тут у нас будет... Ну вот здесь уже вычистила я несколько раз. Мы приезжали, такое солнце яркое. Сейчас лего достану. Вот тут у нас есть старый стол. Аккуратно в штатив. Не, в штатив нельзя, не ной. Пожалуйста. Нет, штатив сломается скоро. Пожалуйста. Вот такие капризные мальчики после сна. Итак, у нас есть старый стол, Даня. И мы должны сюда купить клеенку. И на этот стол я планирую купить новую клеенку. За зиму тут что-то все клеенки задрались. И все некрасиво. В общем, вот здесь у меня уже подметено. Травка вылезла из-за того, что мы... Благодаря тому, что мы подмели. И, в принципе, мне уже все нравится. Мне уже все нравится. Осталось вот эти вот мои кучки собрать и увезти. Но это как-то каждый раз кажется легко, но получается очень сложно. Сейчас, наверное, надо прямо приступать. Даня вытащит свой велосипед, да, будет развлекаться велосипедом, очевидно. Нет, еще не проснулся. Ой, тут у меня еще мусор, вот, нападавшее это все. Здесь чуть-чуть вычищено, но не очень. В общем, я хочу заняться уборкой территории по-серьезному. За один раз я это сделаю, за один приезд или за два приезда, неизвестно. Вчера был снег, сегодня снега уже почти нету, да, Даня?
Вчера даже лопатами копали мы. Вот какое солнце. Видно вам, не видно? Меня слепит солнце. Мне очень нравятся эти сосны. Очень нравятся сосны. Я езжу на дачу отдыхать после города. Слышно птичек, интересно, на видео? Мы в 30 минутах или даже в 20 иногда от Питера. Thank you.
ребенок отлынивает. А мой мусор примерз. Листья мои примерзли. Очень даже трудно их отковыривать из этой горы. Девчонки, я вся устала. Даже ждала сейчас, чтобы остановить дыхание, как поработала. В общем, силы я свои переоценила. Вот, собрала вот такой вот огромный мешок. Вот он. И его не поднять. Я его потащила по земле, а в багажник я его не смогу положить. Потому что среди мусора попадаются всякие глыбы кирпича. Да. Вот эта гора у меня не получилась. Вот эту гору отковырять не удалось. Ну, не видно, наверное, что она гора. Но это гора. Она примерзшая. Поэтому я взяла все-таки грабли. И еще набрала вот такого мусора целый пакет. В общем, делаю то, что легче. И еще одна гора у меня получилась. Здесь все чуть-чуть поубирала. Сразу же видна зеленая травка, когда чуть-чуть-чуть-чуть почистишь, уже она там растет. Вот. Даже вот такой вот лопатой у меня не получилось убрать гору. И я уже сильно устала и проголодалась. Полчаса поработала. Городской житель. Вот здесь вычистила. Здесь чуть-чуть вычистила. И вот тут. И вот результаты. Это новая горка. Короче, когда станет сухо, я смогу только вот это все отковырять. Вот это примерзло тоже. Вот. Вот там были кусты. В том году у меня была грудная девочка, потом годовалая девочка, которая не давала. Она, кстати, сейчас в машине прилично спит, как хорошая, замечательная девочка. Три раза сказала за одно предложение. Вот здесь мне было не убрать из-за нее. И были уже кусты с листьями. Сейчас еще можно убрать. Попробовать. Сейчас мы садимся с Данечкой. Будем мы... И нос потек, и одышка, все сразу. Кушать будем. Кушать мы будем в контейнере. Привезенные макарошки с мясом. И подогреем в микроволновочке. Откуда ты взял лед, интересно? Я уже свой стул достала и лего. Все, теперь у нас отдых. Поработали, нужно отдохнуть. Девчонки, солнышко ушло. Вика проснулась. Все занялись кормлением Вики. Тут пытались мы устроить пикник. Девочка капризная, то ветер, то упадет. Кстати, вот что мы нашли в оптовом складе светофор. 43 вроде рубля, что такое. Пол-литра пюре. Вот, ничего не спасает. Сейчас мы возьмем горячий чай, сделаем. Дети сходят с ума. Холодно, потому что солнце зашло уже. Да, убери, пожалуйста, от нее велосипед. Отъедь, отъедь в сторону. Спасибо. И пойдем мы гулять, чтобы нам не мерзнуть. Да? Пойдем мы гулять. Разморозился снег, видимо. Еще там вода, я вижу. Вот в этих дырочках-то мокро. Вика сядет и будет тогда вся мокрая от этой воды. Решили идти с велосипедами. Но сначала их надо вымыть. Мы их моем тщательно. Молодец, Даня. И свой вымыл, и Витин. Да? Мы зашли в сельский магазин. Если вчера я купила там, ну, в другой день, пару дней назад, те самые костюмчик, то теперь я купила в нем еще и обувь. Вот. Вика заценила. Вика, красивая обувь у мамы? Красивая обувь у мамы? Вариант для дачи. Да? Вот так покажи, вот так. Вот так покажи. Молодец.
Все хорошо, иди. Мы очень много гуляли. Мы катались на этих двух велосипедах по всему разливу. Очень было тепло, свежий воздух. Появлялось солнце, сейчас оно опять исчезает. Вот, и мы гуляли часа два. Пришли, вот, покушали. Ну, это не так уж прям покушали. Попили чай со сладостями. И сейчас я хочу все-таки еще немножко мусора убрать. Если у меня это получится. Хотя дети куда-то у меня убегают. Куда их понесло, непонятно. А, самокат взяла девушка. И машинку. Вот это да. Вика, не ходи так далеко без меня. Сейчас попробую чуть-чуть еще листиков поубирать.